нравится, что вот такие молодые, талантливые, замечательные ребята увлечены каким-то серьезным делом. Потому что турнир по робототехнике – это первый шаг в большую науку. Марта проходит робомарафон в музее Алабино. Тут проходят у нас 3 конкурса. Это восхождение на гору, поиск сокровищ и ловля жемчуга. И программу, который будет проезжать по данной карте, считывать данные и собирать сокровища. Попаря. Кубики. С помощью специального шифра, который располагается в начале карты. Связано с СГАУ следующим образом. Дело в том, что у нас на базе 2-го факультета есть такое направление, как робототехника. И есть очень много ребят, которые этим занимаются. Наше мероприятие в этом году одно из крупнейших, потому что до этого мы проводили только турниры робототехнические, только уровня всероссийского и регионального, а данный турнир является турниром с международным участием, поэтому, как вы видите, и масштаб достаточно большой, то есть турнир проходит на базе Алабино, причем мы заняли практически всю территорию. Как вы оказались на робофесте? Ну, я здесь предполагался изначально быть волонтером, ну, как я им и был. То есть, и уже организаторы узнали, что у меня есть своя группа, и они позвали нас сюда.